Итак, рассмотрим удаление известкового налета на стекле. Вот, видно известковый след на стекле, значит, который нам нужно удалить. Вот, все, что нам для этого надо, это уксусную эссенцию, жесткую тряпочку относительно, и лезвие. Значит, мочим тряпку уксусной эссенцией. И вот так вот протираем. Вот видно, что под воздействием уксусной эссенции, а уксусная эссенция — это кислота, весь известковый налет растворился. Если где-то плохо отходит, вот для этого есть лезвие. Сейчас налет стал мягким, можно его спокойно снять вот таким образом. Все, стекло снова чистое. Вот то же самое внутри налет при генеральной уборке в аквариуме, то есть подобным образом можно убрать налет, который образуется с внутренней стороны аквариума вверху под отбортовкой.